показать всему нашему городу, ну, я думаю, и гостям нашего города, наши достижения, наши творческие работы, выполненные для международных кондитерских и кулинарных кубков, ну, а также для выставок технического декоративно-прикладного творчества. Работы выполнены в разных техниках. Это и пастежерные изделия, и холодный батик, декупаж, соленое тесто, мастика, айсинг. Ну, я думаю, каждый из вас может... Сложность в том, что он не такой пластичный, как, допустим, вот из мастики работать. Из мастики легче вылепливать, допустим, тоненькие какие-то детали, а соленое тесто, оно тяжелее, оно липнет и к рукам, и крупинки соли, они чувствуются, из-за этого нельзя тоненькие детали вылепить. Вот. В этом-то, в общем, сложность состоит. А так, в принципе, ничего такого сложного нет. У меня была идея сделать моего любимого дракона и с его лучшим другом. Вот, эта идея как-то пришла мне внезапно. Даже не знаю, как это получилось. Вот захотелось мне просто сделать еще. Я очень рада, что я взяла эту идею. А скажи, это из какого мультика этот беззубик? Это «Как приручить дракона». Это известный мультик, да? В молодежной среде. Детский мультик, но я, в принципе, как бы не знаю, вот мой любимый мультик. Но он добрый герой, правильно? Да, очень добрый. Но наверняка ему выпадают какие-то испытания тяжелые. Очень, у него на протяжении трех частей очень тяжелые испытания, и они вдвоем перебарывают, и получается, проходит этот путь вместе. Но в конце они, конечно, расстаются, это очень печально, но на протяжении всех трех частей я очень переживала. И вот мне прям в душе запало в душу. Настя, скажи, вот прошлая твоя работа «Король Лев», которая тоже много взяла призов на различных конкурсах, это, я так понимаю, сложнее уже? Да, намного сложнее. В чем сложность? Во-первых, больше мелких деталей, уже более уровень повысил свой по времени затратнее, намного затратнее по времени.